Добрый вечер всем. Большое спасибо, что пришли послушать некоторую историю, которая шире определенного научного, какого-то конкретного научного применения пировскитов. Лекция называется «Пировскит. Загадка названия и история открытия». Ну, вот я уже действительно более 40 лет занимаюсь исследованием и разработкой новых материалов и приборов для преобразования света в электричество. Ну вот в последние несколько лет произошла такая научная сенсация, открытие так называемых металлголоидных пировскитов и солнечных элементов на их основе. Вот вы видите перед собой слайд, сделанный National Renewable Energy Laboratory Соединенных Штатов. И вот здесь вот, если вы видите мою мышку, да, значит, красненькие кружочки с желтым фоном, это резкий рост эффективности пировскитных солнечных элементов, который достиг сегодня, превышает 25%. И еще, наверное, более важно, что этот материал дает возможность изготовить на основе кремния тандемный солнечный элемент, пировскит кремний, который уже превышает порядка 29%. Рекорд на кремнии сегодня чуть больше 26%. То есть речь идет о том, что сегодняшняя вся фотоэнергетика, промышленно ориентированная на кремний, получила возможность, во всяком случае, надежду на то, что эффективность этих элементов будет существенно увеличена. Но вот еще один слайд, посвященный металлголидным пировскитам. Это те, кто занимается этим профессионально, и студенты, которые учат, они все прекрасно знают эту структуру. Это ионная структура, в центре которой находится двухвалентный ион металла, ну вот наиболее эффективный, конечно, это свинец, который окружен октаэдром из галогенидов, йод, бром или хлор. И этот октаэдр вписан в куб, ну, в простейшем варианте, из катионов. Катионы эти могут быть органическими, а могут быть неорганическими. Ну, например, ион цезия широко применяется. Ну вот, и сегодня термин пировскит применяется для широчайшего класса материалов вот подобной структуры и формулы AMX3. Но изначально, да, скорее это термин, применяемый не как к конкретному материалу, а скорее к кристаллической структуре. Но изначально, исторически, это начиналось с минерала, который был открыт в 1839 году. Собственно, этот минерал и будет сегодня нашим главным героем нашего рассказа. Вот. Это кальций титан О3, открытый в 1739 году, такой в прикомнатной температуре, кубический, вы видите, прекрасные кристаллы. И перед тем, как начать этот рассказ, я хочу предварить его двумя эпиграфами. Первый из Максвелла: «Наука захватывает нас только тогда, когда, заинтересовавшись жизнью великих исследователей, мы начинаем следить за историей их открытий». И второй из Козьмы Прудкова: «Зрив корень». Для нас интересно, что не только суть этого известнейшего высказывания Козьмы Прудкова, мы действительно попытаемся узреть в самое начало истории, но, как вы поймете, сам Козьма Прудков косвенно будет связан с нашей историей, сам автор этого эпиграфа. Вот история началась в 1839 году, когда российский минеролог и заведующий главной горной аптекой Российской империи, по тогдашнему Оберберг-аптекарь, Александр Богданович Кемерер, привез в Берлин, наверное, самому известному на то время европейскому минералогу и кристаллографу Густаву Розе. Да, вот картинки, фотографии Кемерера я так и не нашел в интернете. Буду благодарен, если кто-нибудь найдет любую фотографию или изображение этого интересного человека, исторического персонажа. Так вот, привез ему образец для исследования, который считал найденный на Южном Урале, мы еще поговорим об этом. И по предложению Кемерера Густав Розе называет этот минерал пировскитом в честь графа Льва Алексеевича Перовского, министра уделов и министра внутренних дел Российской империи при Николае I.
Розе пишет статью и публикует ее в журнале Annals der Physik und Chemie, по-немецки. Вообще, это уникальный журнал, он время от времени чуть-чуть менял название. Мы все его больше всего знаем под названием Annals der Physik. Это журнал, тот самый журнал, в котором Эйнштейн опубликовал самые знаменитые свои статьи. Вот. И именно в этой статье он дает название пировскит. Но вот почему пировскит назван так пировскитом и как все это происходило, чтобы понять это, ну, я предлагаю познакомиться с историями жизни вот этих вот трех основных персонажей. Кемерер, Розе и Лев Перовский будут основными персонажами моей лекции. Да, вот еще тут надо сказать, что сегодня две мои фотографии вот этого минерала из один из музеев в Берлине, музей естествознания в Берлине. Это тот самый образец, именно тот самый образец, который Кемерер привез Розе. И вот справа есть такая ярлычок, табличка, которая написана рукой самого Густава Розе. Более красивый, ну, на мой взгляд, более красивый образец вы можете увидеть в Москве, в Минералогическом музее имени Ферсмана. Вот, я вообще много буду говорить об этом музее. Мне кажется, представляется, что это образец из коллекции самого Перовского. Во всяком случае, сегодня документально известно, что этот образец из коллекции князя Кочубея, а также известно, что после смерти Перовского Чубей купил большую часть его коллекции. Ну, итак, начнем с Густава Розе. Густав Розе родился в Берлине в 1798 году. В семье четыре поколения, как минимум четыре поколения которых включало в себя выдающихся ученых. Создатель династии, дедушка Густава Розе, Валентин Розе-старший, фармацевт и химик, который изобрел сплав с низкой температурой плавления, состоящий из висмута, олова и свинца, так называемый металл Розе, который сегодня используется в качестве припоя. О заслугах... Я сейчас начну рассказывать о нем, но о научных заслугах отца Густава Розе, Валентина Розе-младшего, я скажу чуть позже. Итак, Валентин Розе-старший владел и управлял аптекой у Белого Лебедя. И в 1771 году он принимает юношу, молодого человека, который в качестве своего помощника и ассистента. Этого человека звали Мартин Генрих Клапрот, который впоследствии становится первым профессором химии в Берлинском университете и известен более всего за открытие таких химических элементов, как уран, цирконий, за совместное открытие титана, стронция, церия и хрома, а также подтверждение предыдущих открытий теллура и бериллия. Ну, вот тоже очень важно сказать, что в этом же году Валентин Розе-старший умирает. И Клапрот становится воспитателем, опекуном и воспитателем двух детей, маленьких сыновей Валентина Розе-старшего, один из которых умирает в детстве, а второй становится вот Валентином Розе-младшим и отцом нашего основного героя Густава Розе. Где находилось здание этой аптеки, сегодня в сегодняшнем Берлине не сохранилось, но мы абсолютно четко знаем ее местоположение, поскольку известно, что она находилась напротив церкви, самой старой церкви Берлина, построенной в XVI веке, церкви Святого Духа. Целиком эта церковь сегодня тоже не сохранилась, но часть ее, так называемая капелла Святого Духа, которая принадлежит сегодня Берлинскому университету, сохранилась. И вот прямо через дорогу, через улицу Шпандауштрассе, на месте вот этого безликого многоэтажного дома стояла знаменитая аптека, которая вот дала начало всей нашей истории. В 1780 году Клапрот приобретает аптеку у медведя. В нашем контексте интересно, что эта аптека, купил он ее у Андреаса Сигизмунда Маркграфа, известнейшего немецкого химика, который был учителем Валентина Розе-старшего. И вот именно эта лаборатория стала, о ней уже совершенно точно можно говорить, что она стала одной из самых продуктивных исследовательских центров в Европе, в области химии. И здесь Клапрот выполнил свои основные работы, включая открытие урана и циркония. То же самое с ней.
Здание не сохранилось, но местоположение ее можно найти, поскольку известно, что вот эта аптека у Белого Лебедя, она была на улице, которая идет мимо церкви Святого Николая, которая сегодня стоит как ни в чем не бывало. И вот вы видите дом на картинке справа, дом с аркой, обычный дом, в котором живут люди сегодня, но на, справа от арки есть мемориальная табличка, на которой мы можем прочитать следующее. На этом месте в аптеке Зумбарен Мартин Генрих Клапрот жил и работал с 1780 до 1800 года, член Академии наук в Берлине и первый профессор химии в Берлинском университете, основанном в 2010 году. В этой аптечной лаборатории он открыл несколько новых химических элементов, включая уран, и выпустил первое руководство прусского врача. Ну вот он воспитывает двух сыновей, двух своих воспитанников. Да, неправильно, я запутался в этом количестве Розе. Значит, Валентин Розе младший, воспитанник Клапрота, стал тоже профессиональным химиком, известным ученым, открыл несколько органических соединений и разработал методы их синтеза. И тоже интересно, что он разработал метод обнаружения мышьяка, который интенсивно впоследствии будет использоваться в криминологии. И вот он уже, Валентин Розе-младший, воспитал двух сыновей. Оба стали профессорами Берлинского университета. Наш главный герой Густав Розе, кристаллограф и минералог. И Генрих Розе, профессор химии, один из первооткрывателей ниобия. Оба брата будут интенсивно сотрудничать всю жизнь. Большинство минералов, для большинства минералов, изучаемых Густавом Розе, химический анализ сделал его брат. Но Валентин Розе также воспитывал своего племянника, был его опекуном, который, так сказать, отец которого умер, который впоследствии стал Карл Фридрих Шинкель, одним из самых известных архитекторов Берлина, может быть, самым известным архитектором Берлина и одним из самых выдающихся архитекторов всех времен. Если вы будете гулять по сегодняшнему Берлину, то его облик центра Берлина определяется строением проектами Шинкеля. Густав Розе, все, мы уже все быстро перебрались к нашему главному персонажу, изучал минералогию в Берлинском университете, а затем он едет в Стокгольм учиться у великого физико-химика Йенса Якоба Берцелиуса. Вклад Берцелиуса в химию, прежде всего в физическую химию, переоценить невозможно. Ну, прежде всего, он ввел понятие среди прочего, изомерия и аллотропия. И там, в Стокгольме, Густав Розе знакомится с Эльхардом Мичерлихом, дружбу с которым он сохранил на всю жизнь. И не просто дружба, а сотрудничество. Они всю жизнь сотрудничали. И вот тоже я хочу немножко отвлечь и сказать, что фантастический путь Мичерлиха в химию был. Он поступил в Гейдельбергский университет для изучения языка фарси. И его мечтой было учить фарси где? Конечно же, в Персии. В 1813 году он прибыл в Париж, чтобы получить разрешение присоединиться к посольству Наполеона Бонапарта в Персии. Но через год Наполеон отрекается от власти, и это разрешение разрушило этот план. Он узнает, что тогда на Востоке особой свободой передвижения пользовались врачи. И решает стать врачом, но только для того, чтобы оказаться в Персии. Он начинает изучать химию в Гёттингене как основу медицинского образования. Однако он настолько увлекся химией, что отказался от идеи путешествовать в Персию. Ну вот основное его открытие – это открытие явления изоморфизма, возможности элементов замещать друг друга в структуре кристалла. И в этих исследованиях ему интенсивно помогал Густав Розе. Густав Розе, который всю жизнь исследовал и систематизировал минералы, в конце концов предлагает свою систему систематизации минералов на основе явления изоморфизма, так называемую кристаллохимическую систему минералов Розе, и публикует несколько книг на эту тему. Сегодняшняя концепция структуры пировскита – это ярчайший пример применения идеи изоморфизма. Ну, все, кто знает, работают и исследуют пировскитный материал для солнечных элементов, знаем, что максимальная эффективность – это мультикатионные и мультианионные материалы, пировскиты. Вот, так что это изоморфизм в чистом виде.
И мне кажется, не случайно, что впервые концепцию, все структуру пировскита описал Виктор Гальшмидт в своей работе о факторах толерантности Гальшмидта, которую, я тоже думаю, все изучающие пировскиты знают, о чем речь. Вот. Но я тоже хочу немножко отвлечься и рассказать о самом Гальшмидте очень коротко, потому что жизнь его действительно, мне кажется, была фантастической, ярчайшей в истории науки. Родился он в семье профессора физической химии в 1888 году в Цюрихе. И когда мальчику было 3 года, семья переезжает в Кристианию, теперь это Осло. И в университете Кристиании Виктор изучал широкий спектр научных дисциплин от ботаники и до химии и математики. И в 1829 году он занял кафедру физической химии в Геттингенском университете, который в те годы был лучшим университетом Европы, но одним из лучших, как минимум. Однако после прихода к власти нацистов он вернулся в Осло, но это ему не помогло. В 1942 году Гальшмидт был арестован немецкими оккупационными властями как еврей и отправлен в концлагерь Берг. Однако перед самой депортацией в Освенцим, что означало, в принципе, верную смерть, он был освобожден, так как некоторым его коллегам удалось убедить начальника полиции, что опыт Гальшмидта имеет важное значение для государства. Позже Гальшмидт бежал в Швецию и, в конце концов, был доставлен в Лондон британским разведывательным подразделением и вернулся в Осло уже после войны. И после пионерских работ Макса фон Лауэ, Уильяма Брега по рассеянию рентгеновских лучей в начале 20 века Гальшмидт и его группа геохимиков в Осло одними из первых использовали этот метод для исследования кристаллической структуры минералов. И таким образом он разработал основы кристаллохимии и наряду с Владимиром Ивановичем Вернадским считается также основателем геохимии. Ну, мы вернемся к нашему главному герою. Густаву Розе, и в нашем контексте нашей истории очень важно, что в 1729 году он присоединяется к Александру фон Гумбольдту в его экспедиции по России. Я сейчас следующим слайдом покажу маршрут этой экспедиции, но все-таки хочу сказать несколько слов об Александре фон Гумбольдте. Это натуралист, путешественник, общественный деятель, один из основоположников географии как самостоятельной науки. Ну вот, в английском языке есть замечательное слово polymath, характеризующее человека, чьи научные интересы охватывают значительное количество узких областей знания, часто совмещая также активность и в науке, и в искусстве. И, видимо, адекватного перевода на русский язык одним словом этого термина нет. Замечательно оно звучит на латыни – homo universalis, универсальный человек. Мне кажется, что наиболее адекватным русским переводом было бы «человек возрождения». Но этот термин, безусловно, применим к Александру Гумбольдту, так же, как и к его современнику и старшему товарищу Иоганну Вольфгангу Гёте, а также к его старшему брату Александра, Вильгельму фон Гумбольдту, основателю Берлинского университета, именем которого он назван, прусскому министру, философу и лингвисту. Ну и так экспедиция. Значит, естественно, они выезжают из Берлина, в экспедицию входит 3 человека, и Густав Розе отвечает за минералогию и геологию. Из Берлина едут в Санкт-Петербург, и в дальнейшем вот вы можете просмотреть, что через Казань немножко они двигались по Волге. Лация экспедиции – это Урал и Алтай, и дальше через Южный Урал возвращаются, едут в Астрахань. Короткая экспедиция по Каспийскому морю и возвращаются в Санкт-Петербург через Москву, где Гумбольдт дал несколько знаменитых лекций в Московском университете. Приятно говорить это в лекции для Московского университета. Вот. И уже к концу года возвращается в Санкт-Петербург и впоследствии в Берлин. После этой экспедиции Густав Розе в течение 10 лет исследовал собранные минералы. Им было идентифицировано 117 различных минералов, и некоторые из них, а многие из них были описаны впервые. И Розе подвел итоги этого исследования в 2 работах, в частности, вот в одной из статей, которую я уже упоминал, статье 1839 года, где также
указано открытие, описано открытие пироскита. И вот в книге, которую вы можете видеть, «Экспедиции на Урал-Алтай» с длинным названием и «Каспийское море», которое я не буду воспроизводить, но можете прочитать при желании, здесь в подписи. Вот эта фотография и некоторые минералы, из, найденные во время этой экспедиции, из коллекции Берлинского музея. Но что для нас важно, что не вызывает никакого сомнения, что тот факт, что образец, ставший пироскитом, привезли к Розе, проистекает из этого вот опыта, российского опыта Густава Розе, из его связей российских. И не случайно он публикует открытие пироскита в статье, которая посвящена, в общем-то, целиком не только этому минералу, но и всем минералам, найденным экспедицией Гумбольдта в России. Вот. Ну, дальше, в конце, впоследствии он совершает несколько других экспедиций, в частности, на Везувий, Этну, Лепарские острова, исследовал потухшие вулканы Южной Франции. В 1756 году он становится директором Королевского минералогического музея, который в начале, да, до конца жизни он был им директором, и также до конца жизни был президентом Королевского минералогического общества. Изначально музей находился вот в правом крыле знаменитого здания, которое сегодня университет Гумбольдта, на Унтер-дер-Линден, все, кто был в центре Берлина, возможно, помнят это здание. Но в 1789 году музейная коллекция переезжает, обрела свое постоянное местоположение, которое оно сегодня находится, и становится минералогическим отделом музея естествознания, где вот и находится тот самый первый образец пироскита, который я вам показывал. Умирает Густав Розе в 1773 году и похоронен в самом центре Берлина на старом кладбище Святой Марии и Святого Николая. И когда я шел на это кладбище, чтобы найти могилу Розе, я был уверен, что это будет очень просто, потому что я знал номер ряда, и номер участка и номер могилы. Но когда мы попали туда, он был с супругой и с сыном, оказалось это абсолютно невозможно, поскольку никаких номеров там нигде найти нельзя. И нашли мы эту могилу очень достаточно случайно, и повезло нам просто. И надпись стерлась, но все-таки можно достаточно, если прочитать то, что написано на памятнике, а написано там в памяти о Густаве Розе, профессоре минералогии в университете Берлина. Конечно, хотелось бы, чтобы этот памятник был некоторым образом реставрирован, хотя другой памятник Розе не требует никакой реставрации, он увечен, поскольку живо человечество и наши знания. Это минерал розелит. И это вот картинка уже из минералогического музея Ферстмана в Москве. Фотография. Лев Алексеевич Перовский, наш следующий персонаж. Лев Алексеевич родился, принадлежит очень-очень странной семье, и я бы сказал, оказавшей выдающееся влияние на историю России и на ее культуру. Значит, он был одним из 10 незаконных детей Алексея Кирилловича Разумовского, графа Разумовского, министра народного просвещения, попечителем, опять же, Московского университета, ботаника и библиотеки, дети тоже, которые, кстати, настолько выдающимися не стали. Вот. И вот от Марии Михайловны Соболевской, мещанки, он производит 10 детей, которым дает фамилию Перовский по имени, по названию Перова. Теперь это район Москвы, а тогда это было Подмосковье, где была усадьба Разумовских. Вот. И нас, конечно, да, и так вот родился, так появляется вот этот новый дворянский род, герб которого вы можете видеть. Нас будет наиболее интересовать два человека. Ну, конечно, Лев Алексеевич Перовский, но также его младший, чуть младший брат, на 3 года он его младше, Василий Алексеевич. И первую часть жизни, во всяком случае, они просто шли рука об руку, я об этом буду говорить. Но кроме них, значит, Алексей Алексеевич Перовский, писатель Антоний Погорельский, возможно, многие в детстве читали его книгу «Черная курица» или «Подземные жители», написанные им для племянника Алеши. Этот племянник Алеши никто иной, как Алексей Константинович Толстой. К
Кстати, воспитан он был целиком Антонием Погорельским, очень много вложил в него. Алексей Константинович Толстой становится классиком русской литературы, и драматург, и прозаик, и переводчик, и все-все-все-все. Но, кроме всего прочего, вместе с тремя своими братьями, кузенами, Алексеем Михайловичем Жемчужниковым, Александром и Владимиром Жемчужниковым, создает Козьму Прудкова, тот самый, который «Зрив корень», и портрет так, этого несуществующего автора сделан еще одним кузеном Толстого, Алексея Толстого, братом, родным братом Жемчужников, художником Львом Жемчужников. Ну, чтобы закончить это, вот я тоже хочу сказать, сейчас забегая немножко вперед, что и Лев, и Василий Перовский были декабристы. Лев Перовский внес, на мой взгляд, гигантский вклад в разработку вообще доктрины отмены крепостного права в России. Ну, вот, а его внучатая племянница Софья Львовна Перовская была тем человеком, которая уничтожила, ну, осуществила террористический акт, приведший к смерти царя-освободителя Александра II. Ну, так, немножко о всей теме целиком. Теперь вернемся к Львову Перовскому. Лев и его младший брат Василий учились в Московском университете. И перед началом Отечественной войны 12 года оба брата поступили на военную службу прапорщиками. Оба участвовали в битве при Бородине, были награждены первыми орденами и произведены в подпоручики. Лев Перовский принимал участие во всех крупных сражениях этой войны и заграничных походах, был ранен. Но вот участь Василия Перовского в этой войне была более драматичной. Я не могу удержаться, чтобы не привести длинную цитату, я просто прочитаю ее из книги историка Владимира Шкерина, которую я много сегодня буду цитировать, «Поединок на шпионах». При отступлении из Москвы Василий попал в плен. Чудом избежал расстрела и в скорбной колонии пленных отправился пешком на запад. Есть было нечего, питались лошадиной падалью, обувь и одежда превратилась в лохмотья. До поля Бородинского Василий добрел босым и искал себе сапоги на ногах убитых. Ослабевших, отставших французские конвоиры пристреливали, иногда по 15 человек из колонны сзади. Так он прошел пешком всю Европу до самой Франции. В феврале 1714 года, проведя в плену более года, Василий вместе с подпоручиком Петром Семеновым, будущим членом Союза Благоденствия, ну, я уже говорил, что оба брата стали декабристами, членами Союза Благоденствия, и отцом путешественника Николая Семенова-Тиншанского. Неудачно пытался бежать. Свободу они обрели только с победой русской армии. В 1865 году, после кончины Василия Перовского, его воспоминания были опубликованы, а еще через два десятилетия Григорий Данилевский изложил историю Базиля Перовского в романе «Сожженная Москва». В описании пленения Пьера Безухова из романа «Война и мир» Льва Толстого также ясно читается знакомство автора с мемуарами Перовского. Дальше идет цитата из частного письма Льва Толстого. «Все, что касается его, мне ужасно интересно, и должен вам сказать, что это лицо, как историческое лицо и характер, мне очень симпатично». Ну, слава богу, длинная цитата закончилась. Я могу вернуться к истории жизни. Опять оба брата идут вместе. И в 1817 году вступили в декабристское военное общество, а в следующем году во вновь образованный Союз Благоденствия. В более поздних тайных обществах братья участия не принимали и, по всей видимости, не были сторонниками военного переворота. И вот тут интересно сказать, что после восстания, декабристского восстания 1925 года, они не были репрессированы, а даже наоборот, обоим досталась блестящая государственная карьера. И это было... Я не знал об этом, но, оказывается, есть такой термин «декабристы без декабря». Узнал я его из книжки того же историка Владимира Шкерина. Мне кажется, это очень важно. Это вот были люди, Николай I выделил среди декабристов, которые не принимали насильственную, ратовали лишь за либеральные реформы. И он не только не посадил их, не отправил их в Сибирь, там, не репрессировал их,
но и наделил их мощными должностями. Ну, в частности, интересующий наш Лев Перовский в 1729 году становится вице-президентом департамента уделов Министерства императорского двора и вскоре уже заместителем министра и министра, впоследствии министром внутренних дел, сохранением должности заместителя министра уделов, а впоследствии и министром уделов. Ну, то есть, один из главарей, главных чиновников Российской империи. Василий Перовский становится военным губернатором Оренбургского края. Тут важно сказать, что военным губернатором, поскольку военному губернатору подчинялся гражданский губернатор. Ну, понятно, что в такой, мягко говоря, недемократической стране, как Российская империя, чиновники такого руководителя, такого ранга, их нельзя рисовать белым или черным цветом. Но вот тот же самый историк Владимир Шкерин, я привел три его статьи, все три начинаются с одного и того же слова, и слово это «спасение». И сам историк говорил, что он сделал это для того, чтобы подчеркнуть роль братьев Перовских в спасении, в прямом смысле этого слова, выдающихся деятелей русской культуры. Одна – это «Спасение казака Луганского», биография Владимира Даля, на фоне политических интриг 1840-х годов. Надо сказать, что связь Даля, Даль был ближайшим другом и помощником сначала Василия, а потом Льва Перовского, я еще об этом скажу несколько слов. Вторая статья «Спасение рядового Шевченко», речь идет о Тарасе Шевченко. И третья «Спасение композитора Алябина». Вот. Но главное, конечно, в политическом портрете Льва Перовского то, что он активный противник крепостного права в России, и возглавляем Министерство внутренних дел становится главным штабом по подготовке освобождения крестьян. И главным событием этого это подготовка и подача в 1846 году императору Николаю I записки об уничтожении крепостного состояния в России. Вот. Ну, все мы знаем, что... Да, кстати, в составлении этой записки активное участие принимал Владимир Даль и еще один немаловажный персонаж русской культуры, прежде всего русской литературы 19 века, это Иван Сергеевич Тургенев. Тоже чиновник министерства Льва Перовского. Все мы знаем, что Николай не решился провести эту реформу, она была проведена только его последователем, императором Александром II в 1861 году, и, на мой взгляд, это было главное событие истории России 19 века, и вопросов нет, что Лев Перовский внес гигантский вклад в этот исторический поворот. Вот. Но все-таки нам интересен он как так называемый минеролог-любитель, не будучи ни химиком, ни минерологом, ни горным инженером по образованию. Он был фанатичным собирателем и тонким знатоком минералов. Но тут вот важно, что вся горнодобывающая промышленность входила в его министерство. Министерство уделов командовало горнодобывающей промышленностью империи. И вот привожу цитату академика Ферсмана, что вся русская наука обязана ему за его почти 30-летнюю деятельность тем особым подъемом внимания к камню, который характеризуется всю первую половину 19 века. Ну, речь идет, в общем-то, о создании науки и минералогии в России. Он был одним из тех, кто входил в ученый комитет по изданию горного журнала. Это уникальный журнал, один из первых научных журналов России, созданный в 1825 году. Многие статьи, которые интересуют вот нас, вот, и еще нескольких минералов, не только перовските, еще нескольких минералов, я буду говорить, публиковались в горном журнале. Кстати, этот журнал сегодня можно прочитать практически с начала издания. Вот я тут дал электронную ссылку, и можно загрузить эти статьи и прочитать. Коллекция Перовского, как я уже сказал, находится в Минералогическом музее Ферсмана. Ну, не документально, но практически документально это известно, поскольку документально известно, что там находится коллекция князя Петра Аркадьевича Кочубея, который приобрел эту коллекцию. Я настоятельно рекомендую добраться к каждому из слушающих меня в Москве до Ленинского проспекта и сходить в этот музей, когда это будет возможно после завершения нашей вирусной истории.
Вот. Ну вот очень важно для нас, что Перовский был связан не только с открытием Перовского, ну, уже известно. Перовский, ну, темное дело, мы еще об этом поговорим, а документально известно, что он внес гигантский вклад в открытие двух минералов, финакита и александрита. Оба эти минералы, это фотографии, это мои снимки вот, в музее Ферсмана. Ну, александрит, наверное, все знают, это так называемый александритный эффект. Минерал, знаменитый кристалл, кристалл Александрита. Но что значит внес вклад? Он был как раз тем человеком, который понимал, что это новый минерал. Изначально оба минерала были приняты из разновидностей уже известных минералов. И первые анализы делал именно Лев Перовский. И он связывался с крупнейшими минералогами того времени, в частности, с Густавом Розе. Не только с Густавом Розе, но в частности с Густавом Розе, которые уже исследовали его на имеющимся тогда научными методами и говорили, что это новый минерал, и дальше предлагали его название. Кстати, александрит назван в честь Александра II, вот, с которым Перовский и Кемерер, я впоследствии скажу об этом, был связан с его образованием. Так, Александр Богданович Кемерер, нам нужно поговорить о нем, чтобы замкнуть эту историю. Значит, он родился в 1789 году в Тюрингии, город Артерн, тогда принадлежал Саксонии и в возрасте 8 лет был привезен родителями в Санкт-Петербург, получил начальное образование и поступил учеником в частную аптеку. Вскоре сдает экзамен на фармацевта, затем открывает свою собственную аптеку. И в 1718 году он создает и является первым председателем Русского фармацевтического общества, являясь также членом Российского императорского минералогического общества и Московского общества испытателей природы. Важно вот в его карьере то, что он стал вот этим главным химиком в лаборатории Департамента горного дела и соли и начальником так называемой главной горной аптеки. И вот с этого времени он практически полностью отдает себя только минералогии, публикует научные статьи в двух журналах в России, которых можно было, это в горном журнале и записках Российского минералогического общества и за рубежом. И в 1829 году Гейдельбергский университет присуждает ему степень доктора философии за минералогическую работу, которая впоследствии как статья была опубликована в горном журнале. И в этом же году он начинает преподавание основ естественных наук будущему императору Александру II и его сестре Ольге Николаевне. И есть такая точка зрения, что, возможно, при его визит в Берлин был связан также с поездкой вот, цесаревича по Европе. Ну, я не уверен, не знаю. Ну, для нас это не столь важно, что столь важно для нас это то, что действительно Кемерер приезжает летом 1839 года в Берлин и передает Розе этот самый новый минерал, который впоследствии Розе назвал перовскитом. И мы абсолютно точно знаем, что он был найден на Южном Урале на руднике Ахматовская копь возле Златоуста. Вот вы можете увидеть картинку этой кросс-секшн этой копии, и также фотографии из Википедии Национального парка Тагана, это горы Откликной гребень. Ну, откуда мы это знаем? Из статьи Густава Розе, он просто написал об этом. А вот что мы... И также мы знаем, что Кемерер попросил его предложил назвать его перовскитом. И что Розе сделал? Так появился тут самый минерал перовскит, термин, который мы сегодня используем. Я просто его ежедневно использую в своей научной деятельности. И какова роль Перовского в этой истории, не очень понятно. В общем-то, с одной стороны, мы знаем, что была традиция называть минералы в честь больших чиновников в то время. С другой стороны, вот основываясь на истории финакита и александрита, мне кажется, хочется так думать, что роль Перовского была такая же в истории перовскита. Вот. Но, собственно, какая роль? Что он понял, что это новый минерал, и что его нужно исследовать, и исследования эти могли быть сделаны только в паре лабораторий в Европе.
Вот. Ну, я практически закончил. Вместо послесловия к моему рассказу я хочу в начале этого послесловия привести цитату из Александра фон Гумбольдта. «Каждый закон природы, открывающийся перед наблюдателем, влечет за собой более высокий закон, пока неизвестный». Ну, что, безусловно, правда. И если бы не было вот этих открытий, которых в 19 веке, скромных, казалось бы, ну, хотя, конечно, открытие изоморфизма и открытие Виктора Гальшмидта, они не скромные, но подумаешь, открыли минерал. Но без этих открытий, конечно, не было бы множества открытий современной науки, а трех из них я хочу сегодня упомянуть. И сказать, что в 1987 году Нобелевская премия по физике была присуждена Георгу Биднорцу и Алексу Мюллеру за открытие высокотемпературной сверхпроводимости, а Нобелевская лекция называлась «Оксиды перовскитного типа. Новый подход к высокотемпературной сверхпроводимости». В 2007 году, то есть через 20 лет, Нобелевская премия по физике была присуждена за открытие эффекта гигантского магнитосопротивления, эффекта ГМС, аномально высокого изменения сопротивления проводника, помещенного во внешнемагнитное поле. Ну, вот знакомые с физикой твердого тела знают, что это квантово-механический эффект, и наблюдается он только в тонких пленках со сложной структурой чередующихся нанослоев с ферромагнитными и диамагнитными свойствами. Но интерес к этому явлению привел к поиску, а может быть, возможно, такое же явление в магнитных материалах, и был обнаружен эффект на несколько порядков выше, который назвали эффектом колоссального магнитосопротивления. А обнаружен он был в некоторых перовскитах марганца. Ну и вот уже сегодня мы наблюдаем следующий этап этой истории. Это начался он в 2009 году с первой работы профессора Миядзаки с сотрудниками. Мы наблюдаем, как происходит разработка высокоэффективных солнечных батарей на основе металлогалогенидных перовскитов. И вот просто через несколько минут вы услышите лекцию профессора Майкла Грёцля из Лозанны о том, одного из главных героев этого научного штурма. Я только хочу сказать, что сегодняшняя лекция началась с того, что мне был приглашен написать статью вот в специальный выпуск журнала «Хельветика», посвященный, это журнал Швейцарского химического общества, посвященный 75-летнему юбилею профессора Майкла Грёцля, которого вы сейчас слышите. Ну и вот я предложил, что я напишу не научную статью, а вот такое вот историческое эссе. Но это только часть. Если кто-то не может загрузить, то напишите мне, тут есть мой электронный адрес, напишите мне e-mail, я с удовольствием пошлю вам эту статью. Вот, но сегодня вы услышали гораздо больше того, что написано в этой статье, поскольку я говорил об истории России, и поэтому я выбрал говорить по-русски тоже по этой же причине. Вот. Ну, когда-нибудь, наверное, будет опубликован и русский вариант этого эссе. Ну, вот у меня есть еще пара минут. Я хочу выразить благодарность людям, которые помогли мне для того, чтобы написать эту статью и сделать сегодняшний доклад. Это доктору Ральфу Томасу Шмидту из Музея естествознания в Берлине за консультации, к сожалению, из-за этой вот короны всей. Мое общение было с ним в основном по имейлу, о находящихся в этом музее образцах минерала перовскит. Я очень благодарен доктору Владимиру Шкерину из Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук за тоже многократный, пока еще тоже, к сожалению, электронное общение о роли Льва Перовского в истории России 19 века. Доктору Нине Моховой за экскурсию в Минералогический музей имени Ферстмана и рассказе о коллекции Перовского Кочубея, доктор Мухова, автор книги о коллекции Кочубея из музея Ферстмана, а также одному из организаторов наших лекций, профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук Евгению Дудину за идею вот этих вот трех перовскитных революций. Мой последний слайд, это фактически копия его слайда, который я увидел на одной из международных конференций. Также у Джеймсу Маршаллу и Вирджинии Маршалл за потрясающий сайт Rediscovery of Elements, который помог мне погулять по научному Берлину
и доктору Елене Шухман за фотографию памятника Василию Перовскому в Оренбурге. И вам всем спасибо большое за внимание. Я думаю...